Кенни, как обычно, нос все вообще наперековыряла. Сегодня щенкам пятый день, потерь больше не было. Ну-ка, полежи. Так, на второй день мы потеряли одну девочку, не досмотрела я, придавила она ее и быстро, так что даже пискнуть не успела, лапой наступила, когда выпрыгивала. А так все, 7 живы, 3 девочки, 4 мальчика. Хвосты купировать мы все-таки решились, хвосты вырезали на третий день, 2 дня они уже без хвостиков. Пищали они только во время купирования, после того их это вообще никак не беспокоило. Подожди, дай покажу. Оставили 2 позвонка, накладывался один шовчик и все. И все хорошо. Вот даже когда мать лежит, они никак не реагируют. Это успокоение для тех, кто переживал то, что это под... Ой, болит. Аж, блин, Кенни, ну не лезь ты, я. Иди, иди. Вес набирают хорошо, живут пока в доме, потому что, наверное, дней до 10, до 14 нужен будет контроль. Бывает, они за нее, не знаю, каким образом попадают, и она спокойненько может придавить. Она ложится, она хоть и аккуратная мама, но она ложится передом к основной массе щенков. А если кто-то куда-то вот заполз, она может нечаянно где-то придавить. Как сладко спит. Убери нос. Наелась и спит. Вроде бы светло. А близко камеру подношу, все равно все плохо видно. Потому что, знаете, черномазый. Да? Хвосты никак не обрабатываю. Первый день обрабатывала перекисью с зеленкой, но врач сказал, если ничего, никаких потеков сукровицы не будет, или там кровь немножко, то обрабатывать, в принципе, не надо, мать сама все залижет. Так и делаем, все хорошо, воспалений никаких нет. И тут один такой кабанчик есть. Иди сюда, покажи себя. Покажи себя. Такой, скажи я, мордатый. Ой, какой мордатый. Да не забираю я его, не забираю. Отправили мы мамку проветриться, теперь можно спокойненько поснимать. Ой, какой бутуш. Наелись. Не имется, а? Тебе чего не имется? Покажи мордахин. Покажи мордахин. Уйди, боже мой.